В очередной рейд с инспекторами Пожнадзора наша съемочная группа отправляется в садоводство Тополек, что вблизи микрорайона Китой. Из 300 дворов этого СНТ 13 числятся в списках злостных нарушителей противопожарного режима. Инспектора пожарных дел каждый совместно с участковыми председателем проводим рейд по соблюдению требований пожарной безопасности. По первому же адресу несоблюдение элементарных требований очевидно. Полуразрушенную печь, которой пользоваться нельзя, по-прежнему продолжают топить. Печка у вас в аварийном состоянии. Я знаю, денег нету у нас. Хозяева объясняют, в доме холодно, печь – единственный источник тепла. Электричества нет, отключили за долги. Над дверью наспех скрученные провода, изоляции нет. Инспекторы предупреждают, было бы электричество, короткого замыкания не избежать. Хозяева об опасности знают, почему не спешат исправлять, объяснить не могут. Проверяющие составляют протокол, штраф – 2000 рублей. На оплату и устранение нарушений специалисты дают месяц. Ну так-то мы в садоводстве всегда проверяем, контролируем, но много не платят. Много хотят за счет других прожить. Но так как таких пожаров у нас не было, в том году был пожар небольшой. Мы его своими силами спасли. В следующем доме к проверке тоже не готовы. Владельцам явно не до пожарной безопасности. Здесь гуляет пьяная компания. Нарушения те же. Печь, не соответствующая требованиям. Электропроводка закреплена на горючем основании. Вдобавок ко всему, курят прямо на кровати. Здесь одним протоколом не обходится. Для установления личности одну из нетрезвых женщин вынуждены доставить в ближайший отдел полиции. Нарушения, которые выявляются в рейдах надзорных органов, в основном одни и те же. В основном причинами пожаров у нас сейчас это основная ее часть это по электронагревательным приборам, также применение электроснабжения, то есть подключение несколько источников питания в одну сеть с нарушением подключения, самодельное подключение, то есть все касается электричества. По данным специалистов надзорных органов, на территории Ангарского муниципального образования число пожаров растет с каждым годом. На сегодняшний день на территории района произошел 41 пожар. Это на 13 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. 2 человека погибли, 5 травмированы. Один из пострадавших – ребенок. Инспекторы Пожнадзора обращаются к жителям района с просьбой соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Не использовать неисправные отопительные приборы, следить за состоянием электропроводки. Ведь каждая неисправность может закончиться трагедией. Наталья Никифорова, Михаил Тырышкин. Местное время.